Хотим с вами поделиться определенными советами, рекомендациями от врача восточной медицины. Вы знаете, что восточная медицина, она уникальна и не такая, как мы ее привыкли. Но она действительно может изменить вашу жизнь, при этом кардинально. И поэтому обращайте на эти советы, рекомендации, друзья, особое внимание. Первое, научитесь улыбаться. И не просто улыбаться, а именно глазами. Почему именно глазами? Дело в том, что глаза – это наша душа. И когда мы улыбаемся чисто сердечно, искренне, то и Вселенная, высшие силы также нам самоделают. А значит, у нас появляется и баланс в жизни, и гармония. Поэтому улыбайтесь именно глазами. Далее научитесь говорить меньше. Потому что, когда вы говорите много, это не значит, что вы говорите мудро. Поэтому, чем меньше слов, как говорится, тем больше дела. Помните об этом правиле. Кроме того, следующее, что очень важно, перед тем, как что-либо съесть, вдохните немножечко воздуха, и тем самым вы направляете в свой желудок энергию воздуха, энергию очищения. Помните, наши бабушки всегда говорили: держите ноги в тепле, а голову в прохладе. И это неспроста, потому что, когда голова у нас с вами в прохладе, в ней нет излишка энергии, кстати, от чего и поднимается давление. А когда мы отводим энергию к стопам, то обеспечиваем себе тем самым заземление. Поэтому научитесь держать связь с энергией нашей планеты, и вы никогда не будете болеть. Далее укутывайте свою шею, потому что именно шея – это вход в наше тело. И в ней должна быть температура, что и в теле, 36,6. И переохлаждение вызывает сквозняк, поэтому пересмотрите свое отношение. Также сглатывайте свою слюну. Почему, вы спросите? Потому что это естественный антибиотик. Кроме того, вы, когда проглатываете слюну, то вы, наоборот, приумножаете силу и энергию. Кроме того, не забывайте полоскать рот в течение всего дня. Ну, например, позавтракали, прополощите рот без зубной пасты, без каких-то ополаскивателей, именно водичкой. Пообедали, сполосните рот. Поужинали, сполосните рот. Это простое правило, но именно оно укрепляет ваши зубки, ногти, волосы, кожу и все мышцы. Ну, конечно же, помните о том, что движение – это жизнь, поэтому старайтесь как можно больше двигаться. Это очень сложно иногда бывает, ввиду того, что мы все с вами живем в таком вот современном мире, но помните, движение – это жизнь. Поэтому, друзья, развивайте это все, и в вашей жизни действительно будет все прекрасно и чудесно. Ставьте лайк этому видео, в комментарии, друзья, напишите слово «здоровье», пусть Вселенная приумножит это благо вашей жизни. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.